Государство когда-либо и переселялось на Землю откуда-то, то это точно был Марс. До сих пор никто не может понять. Русский спецназ ДМБ на РЕН-ТВ. Действительно, Марс находится в поясе жизни. Другими словами, на оптимальном расстоянии от Солнца. И обладает почти такими же астрономическими параметрами, что и Земля. В отличие от других твердых тел нашей Солнечной системы, у Марса, где сутки были больше, чем на Земле. Как простой пистолет уравнял шансы всего человечества. 45-й калибр буквально разрывает картонную мишень. Кольт – оружейная легенда из американской мечты. Красные крылья – самая провальная спецоперация. Эта цивилизация более технически развита, чем наша современная цивилизация на Земле. Потому что вот если была бы такая катастрофа на Земле, и сдуло бы с нее леса, сгорели.